Всем приветики! Хочу поделиться с вами радостным событием. Я стала участником диджитал-фестиваля Adidas Creators Club Week, который продлится до 20 октября. И в рамках этого фестиваля мы вместе с Adidas и моим брендом Krigena Cosmetics создали очень классный рюкзачок. Он вот. Рюкзачок, в котором несколько важных штучек, которые помогут вам прийти к осознанному потреблению. Потому что мы в бренде Krigena Cosmetics очень топим и очень делаем акцент на осознанном потреблении, на мультифункциональности наших продуктов и на том, чтобы девушка могла использовать косметики как можно меньше, но получая максимум эффекта. Ну что, давайте посмотрим наш супер рюкзачок с Adidas Krigena Cosmetics для Creators Club. Во-первых, сам рюкзачок, стоит обратить внимание на него, потому что тема осознанного потребления, она близка и нам, Krigena Cosmetics, и мне лично, и Adidas. Поэтому с этим рюкзачком вы сможете отказаться от пластиковых пакетов и в том числе отказаться от бумажных пакетов, которые не подвергались переработке, а используется новое дерево. Давайте также сохранять лес, помимо очищения океана от пластика. Так, в общем, с этой сумочкой вы сможете ходить по магазинам, сможете использовать ее для сменки, для вашей экипировки в спортзал и, в общем, много еще как. Итак, первым делом достаю бутылочку. Она поможет вам отказаться от одноразовых пластиковых бутылок, тем самым также включиться в sustainability community. А я еще хочу рассказать вам свой лайфхак. Я ношу в таких бутылочках свои смузи и утоляю голод в течение дня. Это очень удобно, потому что ничего не проливается. Ну и мои дорогие косметики. Три продукта Krigena Cosmetics находятся в нашем супер рюкзачке. И все они здесь не случайны, потому что их функция как раз таки в том, чтобы обеспечить полный макияж буквально парочкой движений. Давайте смотреть подробнее. Главным продуктом здесь является наш флагманский конкрет. Это мультифункциональный кремовый пигмент, с помощью которого вы сможете буквально вот двумя взмахами сделать очень свежий румянец, нанести его также на губы и на глаза. Тем самым вы одним средством заменяете себе, ну вот мы посчитали, уже как минимум три. А если настроение на вечеринку, то этим же цветом вы можете ярко накрасить себе губы или нарисовать розовые стрелки и пойти на тусовку. А для того, чтобы у вас все получилось быстро и максимально эффективно, мы положили для вас еще парочку продуктов, которые будут менять текстуры конкрет и упрощать вам работу в макияже. Давайте покажу, как это сделать. Конкрет, как я уже сказала, это кремовый пигмент, он очень яркий. Я выбрала для вас максимально такой интенсивный неоновый розовый цвет, потому что в легкой растушевке вы сможете сделать из него тончайший румянец, абсолютно естественный. То есть все эти продукты очень легко растушевываются. Но на всякий случай мы положили для вас вспомогательный продукт, который будет являться таким разбавителем кремового пигмента, который из яркого превратит его в полупрозрачный. И вот буквально пальчиком мы можем с вами сделать красивый нежный румянец. С помощью разбавителя Texture Master вы можете облегчать текстуру конкрет вот до той плотности, которая вас устраивает. Мне здесь хочется легкий свежий румянец, поэтому я разбавляю прям максимально. Наношу также цвет на губы и прям пальчиком. Это очень удобно, когда вы торопитесь, когда вам нужно сделать быстрый освежающий макияж. Я, кстати, даже крашусь так на тренировке, когда хочется сохранить хороший цвет лица, немножко подкрасить губы. И смотрите такой лайфхак, мой любимый, для нюдового макияжа. Обязательно нанесите немножко пигмента на подвижное веко, чтобы соединить весь макияж, подчеркнуть цвет глаз. Розоватые оттенки очень яркими делают глаза, и вам не потребуется много макияжа для того, чтобы глаза были выразительными. Вот, например, легкий макияж у нас готов. Смотрите, сколько средств мы заменили одним продуктом. А если вы захотите сделать макияж стойким, ярким, чтобы собраться, например, на вечеринку, то вы берете конкрет в чистом виде и наносите его как помаду. Я наношу цвет достаточно плотно, четким контуром, чтобы привлечь к нему внимание, чтобы сделать такой очень яркий, неоновый практически акцент макияжа. Ну вот, совсем другое дело. Согласитесь, макияж получился уже совершенно другим характером. Если вы захотите использовать конкрет еще как-то творчески, обязательно сделайте это, потому что это мультифункциональный продукт. По сути, это как краски в макияже, и вы можете рисовать на своем лице все, что захотите. Например, очень круто сделать таким пигментом яркие розовые стрелки. Ну, когда еще, если не на вечеринку? Для того, чтобы стрелки были максимально стойкими, или для того, чтобы просто зафиксировать
сформировать дополнительно конкрет и сделать его прям водостойким, мы положили для вас очень важный продукт. Это мультифункциональная пудра, фиксирующая для макияжа. Используйте ее в качестве праймера для стрелок или смешайте вместе с конкрет, чтобы получить еще более стойкую, более густую текстуру. Тогда конкрет заменит вам и подводку. Мне дополнительно фиксировать губы не нужно, потому что конкрет и так стойкий продукт. Я буду использовать пудру для фиксации макияжа и легкого матирования. Заматирую Т-зону, центр лица, чтобы макияж был очень стойкий, выдержал весь день, с самого утра, все тренировки, все деловые встречи, все обеды с друзьями и коктейли по вечерам и хорошую вечеринку, чтобы тоже выдержал. Все максимально стойко. Ну что, друзья, скачивайте срочно приложение Adidas на свои мобильные устройства, участвуйте во всех активностях и розыгрышах Creators Club и успейте стать обладательницей этого рюкзачка с классной бутылкой, с классными продуктами и с классным самим рюкзачком, который поможет вам быть в осознанном потреблении, жить в осознанном потреблении и сохранять планету и просто относиться уважительно к тем природным ресурсам, которые нам эта планета дала. Удачи вам, успевайте, потому что рюкзачков всего 100 штук. Так что давайте скорее.